Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у меня небольшое такое коротенькое объявление. Короче говоря, ответ на вопрос, где теперь будут стримы. Стримы будут теперь на втором канале, который раньше назывался Максимадзе для детей. Теперь он называется Максимадзе стримы, и стримы будут теперь проходить именно здесь. Так что переходите и подписывайтесь. Это я сделаю такое видео специально, чтобы все узнали. Потому что через сообщество не все замечают, как выясняется. Ну и, в общем-то говоря, короче, один стрим уже запланирован на 7 апреля. Будет стрим по игре Angry Birds Trilogy, на консоли Nintendo Wii. Мы поиграем в нее и пообщаемся с вами, так что приходите. На этом канале будет использоваться старое оформление канала основного, которое было с 2018 по 2021 год. Так что, любители ностальгии, радуйтесь. Тем, кому нравилось больше старое оформление, не расстраивайтесь, приходите на этот канал. Ну что ж, такое вот коротенькое видео. Спасибо за просмотр и переходите на этот канал. Ссылка на него будет в описании.